Друзья, с вами Стив Про, и сегодня мы попытаемся снять антиглифер в Майнкрафте Pocket Edition. К сожалению, у меня нет сервера, где я могу быть админом, или что-то с чужой сервер, где я опять же могу быть админом. Поэтому я позвал своего старого друга, я играю с ним сейчас в локалке, он не знает, что у меня есть специальная программа. И я его очень плохо знаю, потому что я с ним не виделся, он живет, наверное, вообще в другой стране. И я с ним играю довольно часто, и всегда он меня подставляет. Возможно, в этот раз он меня тоже захочет подставить. И потому что он всегда убивает в режиме выживания. И я скажу, что сейчас около домика с помощью программы Game Master, как видите. Вы знаете, что здесь есть такая штучка. И сейчас я сделал именно это. И я здесь заспавнился, поставил рядом кровать. И теперь, если я буду умирать, я буду спавниться именно здесь. Ну что ж, давайте сейчас ему позвоним. Алло. Привет. Привет. У тебя можно поселиться? Да, можно. Да, ну сейчас я тогда приду, я здесь неподалеку. Подожди минуточку. Привет. Привет. У тебя алмазная броня? Да. Ну, вот такой, я смотрю, большой домик, да? Пошли внутрь. Тебе нужны алмазы. Алмазы? А у тебя есть алмазы? Да. Давай, конечно. Пошли за мной. Иду. Ой, извини. Сюда вставай. Хорошо. Встану. Сейчас. Ух ты, алмазики. На. Ух ты, спасибо. Ух ты, целый стак алмазов. Ух ты. Эй, что ты сделал? Эй, зачем? Скажи, зачем? Что я тебе сделал? Ну, ты грифер? Да. Ну, отдай, пожалуйста, вещи. Нет. Ну, хотя бы алмазы. Не-не. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, я не знаю, ну, хотя бы броню, ну, отдай. Нет. Пожалуйста. Нет, я сказал. Ну, отдай. Нет. Ну, зачем? Нет. Ну, не отдашь? Нет. Ты уверен? Уверен. Ну, а почему? Потому что я с тобой больше не дружу. Ну, ты уверен? Уверен. Ну, смотри. Ефриты! Что у тебя случилось? Ефриты появились! Да? Да. У тебя появились ефриты откуда? Наверное, из портала. А, да, у тебя же здесь есть портал в ад. И что, ты с ними справляешься? Да. Да, ты уверен? Да. А больше инфритов не появлялось? Нет? Нет, больше что-то не появляется. Один воздух поднялся. Всё, я всех убил. Конечно. Всех убил? Да. Повернись назад. Привет. Привет. Пошли в дом. Эй, где? Ух ты, здесь я вижу сундучки, да? А что-то интересно в сундучках у нас лежит. Ух ты, алмазики, железо. Целый стак. Ну что ж, ты наблюдаешь за этим? Золото, алмазы. Смотри. Опа. Ты успел забрать что-то, да? Да. Ну-ка. Я выйду. Зачем? Не надо. Что, почему получилось? Я могу выйти? Ну вот, вот так теперь. А ты думал? Ну-ка дай железо, которое ты забрал. Сейчас ты меня убьешь. Ах ты! Ты! Отдай. Ух ты, птички. Иди сюда. Давай, ну ладно, вернемся мы сюда, пошли. Айда за мной. Куда ты идешь? Ух ты, смотрю, портал, да, большой? Нет. Тронуть, надо, да? Нет, не надо. Ух ты, он нечаянно сломался. Мой портал! Он нечаянно сломался. Ты! Умри! Ну, смотри, ух ты, а у тебя здесь еще стол зачарования? Угу. Да? Он тебе, наверное, не нужен. Нужен! Опа. Нет. Домик очень красивый, да? Эй, мои стекла! Пошли обратно. Нет. Ух ты, котел, наверное, долго его делал. Я его нашел. Нашел? Я не уверен. Опа. Он пропал. Ты. Ух ты, сколько сундучков. Что ты там берешь? Я ничего не взял. Сейчас все вещи сгорят. Мои вещи. Уйди. Ты. Ух ты, алмазные штанишки.
Все горит. Ух ты, там есть еще один сундучок. Ты! Ух ты, сколько здесь вещей! Ух ты, все горит. Ух ты. Ну что ж, наверное, с этим пора уже заканчивать, да? С чем заканчивать? А да, еще. Ну что ж, выходи на улицу. Ничего. Вот я на улице. Смотри на крышу. Ух ты, бум, да? Ну что ж, надеюсь, ты понял, что гриферить больше не надо, и друзей своих подставлять тоже. Ну а теперь самое прощальное, что может быть здесь, я не знаю. Ну все, прощай. Да? Не убивай, пожалуйста. Блин. Все? Где я появился? Ну вот и на этом все. Все. Ну что ж, друзья, сейчас отключу его. Все, как видите, вот такой маленький антигрифер был сегодня. К сожалению, он был не совсем настоящим, потому что это происходило на сервере. Не на сервере, но если у вас есть сервер, то это все можно повторить именно на сервере. Я не знаю, что за дикие лаги сейчас были, но этот дом можно взорвать до конца, потому что он мне уже не понадобится. Что ж, взрываем. И смотрим вот на этот довольно красивый взрыв, который сейчас происходит на ваших экранах. Ну да, все. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.